have ways of blowing things up. Здорово, ребят. Если что, стержень уже нужен. С вами Ладушки. И стержень уже... Серия у нас начинается сходу. Прям вот так вот мы загрузились. Тут Старпом и Кэп два дня манали корабль, разложили все по полочкам. Почему мы тонем? Или мы это запланировано? Да, понижаемся. Ладно, Спарим. Хорошо. Вот. Пробейте стенку, надо быстрее. Где? Шутку, шутку не пробивайте. Сейчас все будет. Тер. Я мастер задапливать наши корабли. У тебя максимум второе место после меня, так что попрошу. Да, кто у нас там в одной серии уронил снаряд рельсы прямо на крышу? Эти же ребята! Ходу! Отстреливай их сзади. Ой, смотрите. Ну и ладно. Один у нас здесь присосался. Так пусть отсосется. Нет, он застрял с... Грустный мой. Под рельсой застрял. Он под рельсой, давай, реально его зажал, он не может ничего с этим сделать, блин. А ты нам эти горизонт крутил, я бы его срезал, но ты не разрешаешь так делать. Пойду его встречать, чё. Сзади? Заодно а что там сзади, говорит. Подожди. Ну он сейчас вот прям подо мной где-то. Ты главное это, не глуши мотор, давай. Хорошо. Валю на всех парах. Оно отсосалось. Да? Да. Да пойти вот стрелять. Сигма, заодно ты там, ты иди почини там балласт. Да вот, чиню балласт. Молодец, молодец, хвалю, молодец. Фу, ай, блин. Мальки! Почему ой, оно блин. Орёт и где... Блин, опять это говно. Балласт где? Передний, пожалуйста, пока мы не затонули. Балласт передний, подожди. Иду. Лада с него лезет. Я стрелял, она убежала. Он опять под рельсотроном засосался. Там вылези, пожалуйста. Почему он под рельсой прячется? Он вот, он грызет там. Все, нижний заварил, передний. Я побежал опять к тому. Я сейчас пробью этот балласт сам у людей. Не гори. Это моя подлодка. Я ее ел. Ну, блин, я много косо настрелял, но мы вроде отбились. О. Вот каждый выстрел из пушки для меня как удар по голове молотком, потому что я вчера эти снаряды крафтил. Я понимаю, извиняй, но, блин. Это необходимость. Да. О, плывем серьезно? Сразу дальше, да. Мы же хотим добраться до центра Европы, посмотреть ей прямо в глаз. Я не успел посмотреть, где мы сейчас. Ну, мы, короче, доплыли до той неизвестной территории, да? Где? Сейчас активируем Маяс, чтобы жизнь... Ура. Когда можно будет на карту глянуть? Когда мы припаркуемся? Ну, на моменте перешейка. Если мы отстреляем твари, я приторможу и посмотрю. Хорошо. Если не отстреляем, то просто топи в пол. Да, понятное дело. Да, прям до центра Европы. По планетам автостопом. Я не знаю, что там, но мы, скорее всего, просто сдохнем. Давайте сделаем это красиво. Я знаю, что там. Ну не надо, блин, Кэп, спойлерчик, блин. Один раз ты там уже побывал и выжил, значит, выживешь и второй раз. Я обязательно выживу. Выжую. Почему нельзя просмотреть карту... Okay. Ну, в принципе, самое всегда. Страшное, что пока загрузка идет, мы просто сдохнем. Ничего не изменилось. А, не-не-не-не-не, вот мы нормально, все, хорошо. Да, вижу. Вот видите, маяс активирует. Да. Ура. Поплыли. Я тут немножечко структурную целостность подварю. Давай. Посмотрим. Есть где кто-нибудь? Кап. Ой, опять опасная глубина. Как все офигенно. Ой, блядь. Ты сейчас врежешься? Я в курсе. Ниже тоже камень. А, сверху цели. Иду. Держите. Ну я отплываю назад.
Сейчас, если выше возьмем, то я просто перелечу через них. О нет, кто-то стреляет в самой другой пушке. Да, такова цена спасения. Грязевые рапторы. Я просто плыл. Все, тихо. Не тихо. Громко. Нельзя им дать подплыть. Ну яс. А, блин, точно уже парковаться, если мы... Ох, оп, ёпта, они нас просто догонят. Ба пофиг. Есть управлятор. О, пофиг. Ой. На таран. На таран кого? Какого фига? И кого на таран взял, шизоид? Почему стеклом? А чем еще мне надо было на таран его брать? Экстренная эвакуация за стволом. Ох, ё-моё! Что происходит? Парковались. Ой, я что-то гнию, подожди, фу, да заваривай. Давай. Заварю. А, и припарковались эти херни. Ну, припарковались, то хорошо, сейчас надо морду заварить хоть немного. Мне показалось, ли по нам стреляют? Да, тебе тоже такое было ощущение? Опять? Серьезно? Третий? Сколько можно? Он заряжен. Там еще что-то живое? Кто орет? Что орет? В груди торчит. Сзади у нас на этом. Ребят, я почувствовал таламус в своей груди. Был очень классный. Я медленно прошиваю его насквозь, находя что-то там. Опа! Случай мне. Не мост таламуса я расстрелял? Нет, не мост. Жаль. Где твари учат? Она с пушка караулит прямо на выходе, кстати. Ой, какого фига тут происходит вообще? Чего хорошего? Смотрю я на пушку, значит. Расфигачил раптора. Ну не раптора, а эту фигню. Опа, кого-то коцаю. Надеюсь, это мост Таламуса. Нет, это не мост Таламуса. Так, перезарядка. Так, мы здесь все целые. Нифига мы не целы, у нас еще пробито, она. Подожди, скоро. Живая, она живая. Еще не живая. Пол есть. Не стреляй! Не свои, конечно, но все же не стреляй, пожалуйста. Что за дикие лаги? Я не знаю. Лагов не испытываю. У меня тут другие испытываю проблемы. Испытываю лютые. Так, нет, пушку я, наверное... А куда я дену пушку? Я здесь не... Да ну блин, за что мне эти лаги? Почему у меня в стену? Что происходит? Что я пытаюсь по звуку понять, откуда топит, но не могу. Чё так? На нашем корабле сейчас больше живности, чем когда-либо. Баллон отстреляли. На корабле живность еще есть. Достаточно много. Ползунов. Это плохо. О, мост Таламуса. Я все же его коцал. Мост.
Гори, 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 гори. Все, таламус, все. Съели? Я рад. Ну, он обезврежен, больше не будет. Я же выпускал из таламуса, теперь мертво. Ну, надо ремонтировать корабль и потом выносить. Потому что мертво умереть не может, да? У нас зачистка теперь нашей подводки идет. Я на наш подводке больше не... Подводки. Не осталось живых существ, кроме нас трех дебилов, поэтому все нормально. Неправда. Где еще? Я всю уже лодку облазил, я убил эту фигню, которая лазила. Я сейчас этот... Клубок слагу, у него тут ползуны. Тоже? Трупы. Нет, там трупы. Нет, живой был. Живой. Я выстрелил и пробил аж до балласта. Не, это труп тоже, хорошо. А, охереть, хочу сказать, я не знаю, меня так задолбали таламусы, но радар таламусы. Сейчас займусь электрикой, попробую. Я не знаю, откуда вода хлещет. Отсюда. О, что-то хрюкает, что-то реально хрюкает, есть еще. Да. Задняя часть, да, чистая. Там даже целая вся. Откуда здесь вода, вы офигели? Так у нас она плохо откачивается из-за того, что мы все сломали. В машинам что ли хрюкает? Ну-ка подожди. Не, в машинам я был, пока что. Не чисто. Так у нас вот весь шлюз порван. Я же вот залатывал, неужели опять распроначил? Его грызут, по-моему. А! Первый пошел отсюда. Школьники малолетние. Я по школьникам. Ой, такой лучше никакой. Ютуб-то этого не слышал, все. Да эти мрази. Я не про школьников. Школьники. Этих ползунов просто грыз. Их дом трупа шатал, да-да-да, я знаю. Помогай чинить эти, чтобы у нас начала откачиваться вода. Я снаружи корпус ищу тебя. Давай-давай, я не пойму, откуда льет звук, как будто нас заливает, но я уже все облазил. Ну, отпусти гарпун, ты как на привязи, блин, бегаешь с этим чуваком. Я не держу ничего. Так, я загляну в таламус и хочу вот забрать. Боеприпасы забери там. Ага. А, ты направо или налево от шлюза вверху пошел? Налево. Не, ладно. Я тут буду внутри чинить, тут хватает чего-то. А, ой. Че? А я чуть не сдох. Чем? От чего? Ну вот так вот, а меня покусали, у меня гнойные раны вот эти вот. А-а-а. Я чуть не помер сейчас. Я только сейчас, я ну что за звуки, как будто кого-то бьют, я посмотрел, а у меня, ну, процентов 5 хп, наверное. Офигенно. СБ откис. Да, было бы классно. Мне, кстати, ожоги от чего. Так горячо целовали. Да я с лейкоцитами там таламус убился. О, здорово. Да-да-да, привет. О, раковая опухоль нашего корабля. Ага, жевать не пережевать. Гитару принеси. Походу. Сыграй нам на гармошке. А вот она. Далеко идти. Не то. Да куда? Делается все, что... Гитара вооружение. Там, где снаряды. Нет, она уже прибежала к нам. Появился вроде. Тебя да, появился. Да, да. Скорость очень. Да ладно, ребят, будет что-то интересное, вернемся. Ребят, нет, у нас тут случайно по коридору прошла некая Марин Чепмен, упала к нам в балласт и решила, что ей здесь нормально, у нее хаск-инфекция. Она медик, кстати. Слушай, прекрасно. На нее твоя музыка работает. Ну, то есть я сейчас смотрю на ее состояние и
Ей нравится? Но это уже явный труп. Она медик. Хаск-хаск. Хаск-хаск, да, она... Куда? А что со мной? Ну слушай, какая она походочка пошла. Это будет, это наше будет карманное животное, подожди, это прикольно. Симбиоз, музыкант. На нее высокая мораль слага действует. Высокая мораль, под музычку ходит веселье. Верно, потому что я вас обманул. В смысле труп? Я вас обманул. Плюс мораль. Боже! Ну ты, конечно, этот, жаль. Я думал, что к нам реально зашли гости. Ну ты, блин, что за этот человек такой? Моя, стой. Так, ну вроде как... Что орёт? На кнайку поспыли. Я в маяс врезался, маяс орёт. Нет. Так. Нет, там цели внизу. Да. Бить их. Где они? Я их только слышу. Вот тут. Не спереди, да? На спереди, снизу. Но он сбежал. Не, спереди, снизу, прям там, на маяке. А. Я в него попал раз 5-6, и оно решило, что... У нас там только одна пушка, не смогу. Да, я знаю. На эту пушку пощупай. Я пошел на это. А ты уже это? Вылезь из костюма, шиз. Зачем? Мария Чапман, блин. Чапман. Блин, ну, ребят, я не могу утащить тушу, ее что-то как-то... Да она сама исчезнет через время. Я шпион вообще-то. Мы ее съедим. Тайный Чапман. На РНТВ передача такая есть. Маяк активируем, и к нам типа лезут, или как это работает? Как обычно, да. Блин, тогда давайте кого-то второго еще на корабль. Ну, я сейчас тут пока не на запуск. Блин, у нас шлюз открыт, я пойду срочно его закрою. Ну его нафиг, пусть лучше проламывают две двери, чем... А у нас еще точки дымятся, красота. Кому отличная отвертка нужна? А так, у меня отвертка excellent, да, отличная, все хорошо. Которую мне снабдили. Так, ну тут воевать не с кем, так что я, наверное, начну восстанавливать. Блин, как будто у нас корабль из какого-то чайнезиума сделан. Серьезно, сколько времени мы тратим на починку? Ну, он довольно быстро чинится. Да, так же, как и ломается. О, боеприпасы. Ребят, я стырил ящик. Поздравляем. О, где я? Пипец. Блин, ну... Наверное, сначала свою пушку вернул назад. Она мне дороже. Блин, сок починил окно, а через него выплывал наружу. Ладно, ребят, будем отплывать отсюда, если будет тикшо, не вернемся. Сэр. Так, ребятки, у нас тут кое-что интересное. У нас тут плавает кусок капитана на куске батискафа. Мы сейчас наблюдаем это затмение, вот он. Так. Высоко он... Ты что сделал? Погоди, ты его продырявил? Ты шиз! Где оно? Я его не вижу. А, вот оно. По-моему, он стыкуется сейчас активно. У тебя у самого там пушка есть. Подождите. Она разряженная сфера, тогда боекомплект. Нет, серьезно, вот эта штука, она есть с пушкой? Да. Нам надо эту фигню пристыковать. Стой, я сейчас всплыву немножко, пристыкуешь его снизу. Нельзя. Почему нельзя? А, ну да, точно, он сверху, снизу. Возможно, я придумал. Возможно, когда я делал этот корабль, я это продумал. Ну-ка. Я думаю, ты сможешь, давай. Нет, я тебе не продумал. Он пристыковал эту фигню. Он спасался! Отрубив нам верхний лист от трон. Хрен с ним. Зарядите пушку на этой фигне! Гениально! Я хочу на это посмотреть. Да, но того стоило.
деньги. Пошло все к черту, я пошел это смотреть. Мы украли долбанный модуль. А как мы стыковаться будем с аванпостом? Да вообще пофиг. Никак. А, точно ж нет аванпоста. Я здесь поеду, я теперь здесь живу, все. Мы пожертвовали лицетроном ради одной магнитной пушки. Ты правильно понял? Ее зарядить надо, подожди. И лишнего веса. Лишний вес к черту, мы под водой. А гидродинамика. Ну это. Мы в космосе под водой, это так работает. Так, это конечно. Гидродинамика. И потребление энергии, это гадость, свой реактор имеет? Нет. Она на батарейках работает. Она на батарейках, да. Это как Тесла, типа, но только больше. И с пушкой. Это Тесла Кибертрак. Я против того, чтобы оставлять это говно с нами. Эй, не трогай мой домик, это как пристройка, балконы, знаешь, вот эти. Да, 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 да. Это пристройка, нам нафиг не нужна. В тебе говорит рациональность, ты не прав. Во мне говорит чувство... Рациональность. Желание жить. Потому что оно, во-первых, блокирует обзор нескольким пушкам и полностью убирает обзор верхнего рельсотрона. Я пошел возьму из огрызков, заряжу туда что-то. Я видел там ящики с огрызками. Да мы тут плывем, если сильно мешать будет, отстыкуем. Оно будет сильно мешать, когда мы уже тонуть будем. Отстыковать будет уже поздно. Когда будет уже поздно, да? Я аванпост могу активировать. Стой, я сейчас заряжу эту фигню. И будем активировать. А. Конечно. Кто бы сомневался, ребят. Что? Оно стреляет? Мой карманный питомец стреляет. Да. Ну мне же не дали карманного хаска. Дайте хотя бы карманную лодку. Кто бы сомневался, то что реактор будет подключен... Не будет подключен к... Как это объяснить-то? Тонару. Да. И мне теперь нужен провод какой-нибудь. Надо оторвать от потолка какую-то от лампы. Провод оторву и подключу. Так, провод я оторвал. А у меня тут сказано, что типа... Не лучшее это питание сейчас... Хаск плывет, надо его разорвать. Где? С пушки. А, да. А, этот хаск. Короче, ребят, привет. Кто из моей лодки электричество вытащил? Почему это произошло? Так. Активация. Потому что на линии реактор. О, пролаг чувствую. Что-то пролаг был, да. Сверху! О нет, врум с его коморки умрет. Ну нет, сверху там же аппендикс, который мешает нам стрелять. Я его расстреливаю. Это хаски, это хаски. И пофиг, стрелять своим. Как ее можно отстыковать у нас или отстыковывать нужно именно? У нас тоже вроде можно. Отстреливайте капсулу, я оттуда все выстрелил. Прикол в том, что раз уж мы попали в хасков, то теперь они будут пробивать корабль. А, так они вспомнятся с целью пробивать корабль. Чел, не стреляй по нему, я его сам доем. Почему я просто упал? Ай! Да я тебе так же кусту! Да ты хилил! Ребят! А? Спасите, я в рубке просто упал и встать не могу. В смысле? Встать не могу? Прям, о! Ты в сознании? Я в сознании, я целый, я просто лежу. Сейчас, секунду. Я ничего не могу сделать. Я просто стрелял и лёг. Стрелял. Ой, я встал. Я чуть посогу не отработал, потому что это не похоже на так. Не заваривай меня. Тут до сих пор в этой консервной банке? Я её перезарядил. Чё? Включите, ну ладно, отстреливайте, пофиг. Там она не заряжается, я не знаю, что с проводкой.
туда перестало поступать электричество. Я отстрелял больше половины пушки. Скорее всего. Выкиньте ее в бездну просто. Хорошо. Улезь отсюда. Я ушел, все. В один конец. Ты я отстыковал? Да. Так, там не было кнопки. Как ты это сделал? Было. Расскажи мне, где она. Отплыть такая большая красная кнопка. Так в том-то и дело, у меня не было этой красной кнопки, когда я заходил через... Ребята, кто-нибудь может подлодку? А, я нормально выплыл. Паска? Я там часть боеприпасов оставил. Сейчас заберу. Нет, там не так много, чтобы за этим ходить. Я недалеко уплыл. Херася, фрукт, я сюда зарядил пробивные, я... Может, помогите? Расхерачьте с чего-нибудь переднюю часть аппендикса. Я... Ай, блядь, не в лицо мне. Ну ладно, я спасибо. Ж тебя не вижу. Ща. Упс. Оп-оп. О-о-о-о. Ой, ну же. А шо вы такие живучие? О, вылез. О, хаск плывет. Где он, сверху? Мы с ним кореша. Стреляй в него. Пока. Чувак, катапультируйся оттуда. А он уже? Уже? Да, он уже на корабле на нашем. А зачем? Оно сейчас на нас упадет. Не, оно плывет вот. Дальше. Все. За ним хаск погнался, все. Я просто еще парочку из них растворил. Ну, я обязан был это сделать. Это был маленький веселый отрывок в этой серии. Это был офигенно веселый классный отрывок в этой серии. Все. Зачем ты в них патроны тратишь? А зачем ты стрелял в батискаф из рельсатрона? Это было весело. Ладно, 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 мой вопрос снят. Все, трать на здоровье. Блин, вот он, по одному патрону в хаску стрелять. О, вот оно тонет, но мы уже отплыли. Ооо. Это было офигенно. Я не знаю, по-моему, это был лучший момент за последние серии 5. Ура, да. Ура! Готовьтесь убирать плесень с балластов. Возможно, мы заразились. Оно не так быстро проявится, можете бежать. Нет, тут только краля. Просто не забудьте про это раньше. Не забудьте про это раньше? Да, к вам уже что-то залезет в шубу, уже будет поздно. Ой, сверху цель. Ох, ё-моё! Что, иду, ща. Не то. Мы начинаем тонуть активно? Да, это отступничество. Не надо. Надо. Так оно ты... жрёт! Нас внутри! Что-то одно у нас внутри, да, сейчас. Отстреливай их, если что, я пойду заварю сверху. Там гадость уже сидит. Фром, дай я очищу. Оно, да, вот оно. На, очищать. Я пошел заварю пока. Та. Отстань. Мы должны продолжать погружаться? Нет. Нет. Сейчас. А, понял. Опасно. Ребят, быстрее заваривайтесь! Там мне надо чертов шлюз закрыть. Он Фрум, заваривай, я шлюз закрою. Да я не могу его заварить. Ладно, сейчас. Просто вари дырки все вообще. Иду. Сигун, ты же за мной вернешься, если я окажусь снаружи корабля с закрытым шлюзом. А тут ни хрена нет, оно через шлюз течет, его закрыть надо. Я закрыл. А, все тогда, откачивает. Откачивает. Сима вверх поставил? Оно и так стоит. Я не уверен, что мы успеем. Где-то звук залива есть все равно, подожди, я поищу. А, мы легли на пузо все. Реакторный вода. Вы на 400, нам повезло. Так, короче, я, конечно, повеселился с этим костюмом паску просто. Ау! Что? Я только за пушку сел. У нас днище пробито сейчас. Отстреливайте. Пизда! Что там? Клац. За нами переплыл огромный краб! Чего? С чего? Скрин в студию! Летчер, офигенно!
Какой краб? Я обязан это видеть. К черту пусть этот корабль сгорит, я обязан это видеть. Там! Мама! Попадание? Да. Где? Сзади? Сзади нас, сзади ребят, нас, да. Я очень не хочу вас расстраивать, но мы прямо сейчас находимся над бездной. Если она нас прокоцает, то хуй. Мы заварены, там у нас куча щитков дымится, но мы заварены. Клац снизу. Снизу? Пипец. Рачьте стрельцы. Вон, вижу. Сейчас поднимусь наверх, буду подплывать над ним, херачьте вниз. Я видел, вы там что-то щупальцу... А может, мы скинем бомбу ему? Нет. Стрельцы, давай. Да уже хренанул! Это зря было. Я одну ему фиганул, он отстал поэтому. Почему мы добивать пойдем? Да ну не знаю. Нафиг он нам нужен? Ну да, ладно, вали. Что мы с ним слутаем? Ошметки водолазов? А снизу плывет и реактор вырубло. Пипец. Мы всплываем. Да, я успел поставить. Хвала капитану. Сгоняйте на реактор, я на пушках пока что. А, щитки выбило. Держи, дружище. Ой, попал? Я себе пушку прокачал. Не надо. После Шанара. Вот этого перешейка, который мы сейчас пройдем, нужно взять техническую паузу, все починить и перезайти. Да, скорее всего так и сделаем. Сейчас так, давайте до этого перешейка вверх, хотя бы доберемся. Доберемся. Идите щитки чинить, кто-нибудь один. И один на пушках. Я на пушках, мне пойти на щитки, нет? Да, ты быстрее чинишь. Хотя я пошел. Я могу бафнуть, ты побежишь. Давай, все. Спереди. Там что-то спереди. Спереди. Справитесь? Смотрит на меня. Где эта пушка? Что мне с этим делать? Они на меня смотрят. Не тарань их, вот что тебе делать. Да они сами приплыли, смотрят на меня, они даже не кусались. Они просто... Я их отпугнул. Мне страшно подумать, сколько у меня электроинженерии сейчас в моем персонаже, надо будет потом посмотреть. Много. Плюс. Скорее всего уже. Под конец прохождения, естественно, сотка. 85 плюс 10. 95. У меня электрика 100 плюс 20. А механика 92. Я быстрее чиню, ну. Ну, потому что у тебя перк прокачан именно в персе. Кстати, да, наверное. 50%. Ребят, подфератор за нами ползет. Класс. Блин, как бы табуреточку подставить, чтобы починить там, ну... У нас там подтекает потихонечку сверху, с крыши машинного. Ай, зараженная рана. Помазать надо рану. Пластырь прикрепи, нормально же будешь. Так, Отключи на пару секунд этот сонар. Око Евро... Чё? Eye of the Tiger? Так, надо перезаходить, короче. Сохраняться, перезаходить. Ладно. А мы приплыли? Бекон активировал. Да, вы сейчас офигеете. Ладно, ребят, тогда минуточку. Так, ребятки, вот мы, в общем-то, прошли через барьер, и наш путь дальше лежит только в одно место. Око Европы. Куда мы сейчас и отправимся. Так, ребятушки. Око. The Eye. Окак. Окак. Миссия Ока. Это пункт назначения Ока. Сонар показывает, что под вами что-то есть. По-п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 о
нас. И экстренная гнида. Экстренная гнида. И экстренное сообщение. Я даже не вижу, как. Тут настолько темно, что свет пушки вообще не. Мы не знаем, какая глубина у нас. Все в порядке. Тут уже не важно. Так, подождите, вот сейчас главный вопрос. Вниз? Или вверх? Внизу. Ну, сигнал снизу гнида. Это да? Вот. Я у вас спрашиваю: вниз или вверх? Ну, что тут зависит? Нет, что тут того, что сверху мы пришли. А, ну. Ну, так я... наверх? А звук тогда что? Сдает. Кот. Стой. Я пока ядерные снаряды не заряжу, я никуда не пойду. Мы плывем вниз.
Не пойду, говорю. Подожди. Сигнал. Да? Перед нами что-то есть. Здесь есть суша какая-то. Какая здесь нафиг суша? Здесь вакуум просто нафиг. Но наш корабль не приближается. Постепенно выходит из строя. Мы приближаемся к аномалии. Кто переходит? Электроника? Что-то я не понял. Да, все очень плохо. Но это нормально. Так, все, тихо, тихо. Серьезно, серьезно. Нет. Инженера ответ. Что это? Emergency transmission. Экстренная передача. О-о-о! Передадут. Первый пункт назначения. Насколько оно прочное? Я вижу каменную хрень. Это первое. Что это вообще? Огромный комплекс древних? Ёппа, пипец! Ладно. А можно нет? Видимо, все заговорили пушками. Это давление. Да. Все хватаем гальвопушки, зарядить медикаментами, мы идем. Подожди, нет. Лодку надо подлатать. Быстро, вы какой фрум? Покидаем корабль. А, все, понял. Покинуть корабль. Оно тонет, да, мы все тонем. Хватайте гальву. Я не хочу гальву. И там еще одна экза осталась. А куда я вылетел? Вверх-то? Куда это вверх? Ну, а мы тонем прямо? Да. Где этот вверх? Куда? Где так, я вообще оказался? Пропустили момент, когда надо было вылазить из корабля. И насколько я теперь глубоко? Ну, примерно метров на 200-300. Мне жать вверх просто? Да, но я предлагаю рестарт, мы не проплывем. Давай, хорошо. Почему? Ну потому что я не понял эту фишку. Давайте сразу с гальвопушками в руках. В какой-то момент нам нужно будет просто сейчас подготовиться. Я просто не знаю, как это будет. Вот сейчас я не советчик. Я не знаю, что сейчас будет. Ока. Я не понял, чем мы тонуть-то начали. Давление избыточное. Давление. Зачем мы так опустились? Здесь... А мы не знаем, какая глубина. Да. У нас приборы дохнут. Нужно быть... Так я тогда себе этих натырю. Возьмите сонар и этот, эту штуку, как дайвер называется, как это хрень называется? Подводный скутер, что ли? Да. А где он был? Я помню, у нас весь пару штук был. Весь ненужный хлам выкиньте. А что ты считаешь ненужным хламом в данном случае? Хорошо, вопрос. Я бы оружие взял все-таки. Так, все. Я Резак... хватаю гальву, хватаю этот. Стой, обычные стержни в нее заряжаются? Да. Они просто тратят быстрее, чем туревые. Их можно в реакторе взять, да? Они там лежат. Да, да. Это не нужно мне, это не нужно мне. Я думаю, уже можно мусор. Да. Так. Так, мне кислород не нужен. Вы не против, если я буду пум-пум-пум-пум-пум-пум-пум постоянно издавать? Не, это не против. Я резак выложил, я не думаю, что он мне понадобится. Вряд ли там что-то можно резать. Я бы тоже экзу на самом деле одел. А вот тоже. Одевайте. Не, нормально. Хорошо просто видеть, как стержни исчезают из ящика. К этой штуке можно фонарик подсоединить, я понял. Ты так за это слишком. Так, это только я, пожалуй, возьму с собой тротила на всякий случай. Черепаха тротила? Черепаха тротила. Скутер тут кто-то оставил, не хотите забрать? У нас их очень много. У нас еще есть. Понял. Сколько стержней брать, интересно? Хорошо. Насколько они быстро заканчиваются и. Так, скутер заряжен, чтобы выкинуть. Вот это. Я взял с собой еще батареек на скутер, стержни, ППшку для обоймы. Пакеты с кровью, аптечки. Я сомневаюсь, что нам сварочный аппарат понадобится. Да, выкинуть. Да? Ладно, хорошо. Хотя, надо выкинуть. Возьму тогда в себя еще мастичные бинты.
и клей. Так, ну напоследок. Стой, я еще нагребаюсь напоследок. Я бухнул? Не надо, так, это плохо. Все, поехали. Вообще осуждаем, да, но я так на всякий случай. Оденьте вторую экзу. Я не хочу в экзе быть. Ладно. Ну, сверхтяжелый воин, поздравляю. Мы покидаем сверху, снизу. Каким образом мы покидаем? Пока... А, приплыть, точно. А, мы еще не покидаем ничего, да? Нет, я имею в виду потом. Идите, ждите, я вам скажу, когда вылазите. Так мы сверху мы вылазим, не снизу. Снизу, да? Вылазим. Ладно. А, подождите, так. Надо еще шасонар взять мобильный. Возьмите, да, я не взял. Я возьму. Давайте я возьму, все в порядке. Только вместо чего? А, ну если я взял клей, могу бинты выкинуть. Сонар, тут есть сонар? Да, тут есть сонар. Без батарейки, правда? А, ну вставить, все. Без Б. Батарейки фух, загребите так, с собой. Так, я готов. Теперь осталось только прибыть. А, нужно еще шляпу снять. Сигма, гитару взять не хочешь? Зачем? А, так у тебя, блядь, ты... Фрум! Что? Мы в экзу Сигмы можем лут как бы загружать. Да. А с чем ты так там... много стержней? Потому что я ими стреляю. Я тоже нагреб себе стержней. Ну, 16 штук. Сигма, можешь тебя кое-что попросить? Да. Можешь взять для штурмовой винтовки магазин? Мне просто класть не было. Просто один слот выдели для меня. Для ППшки или для штурмовой? Для штурмовой именно. Это сейчас. Чем я стреляю. Сейчас, подожди. Где оно? Гарпуны. Сигма, приди ко мне в рубку, я тебе, короче, засуну. Револьвер, райфл раунд. Слушай, тут есть просто патроны на винтовку, это не то, да? Ты их, скорее всего, не сможешь, тебе три слота нужно, чтобы их все взять. Короче, вот, ладно. Они, видишь, шесть лежат, а? А, у тебя взять их там? Ага. Давай. На, ну, их возьмем. Где? Их нужно перенести в экзу, вот, в ящички, видишь? А я не могу ящик, наверное, взять, да? Или? А, вот, ну, давай я на экзе прибью. Фрум с ними. Да сейчас, блин. Хэнд кэнон, всякое такое. Я просто... О, идет. Вот, видишь, магазин для штурмов взять нужно будет. Засунь их куда-нибудь. Мне не нужно. Что-то я их не наблюдаю. Я их тоже не вижу. Я для дробовика я вижу. Угу. Хэнд кэнон, бумстик, тулбелт. Может, в тулбелт, погоди. Рион, туда. Если они там, выкинь их оттуда. Вы ящик не видите хозяйственный? Нет. Нет. Я их на пол скинул, вот, в магазин, обойма. Видишь такие? Их? Нет. Да, вот. А, штук. Вот вижу. Да. Все, короче, взял, засунь их куда-нибудь, я плыву. Ты взял, да? Я не вижу, они у меня исчезли. Я взял. Хорошо, все. Да. Так, они в экзе. Хорошо. Если что, будешь скидывать. Угу. Это просто очень не было пушка. Так, пока мы функционируем, надо плыть. Ну давай. Если я скажу выпрыгивать, выпрыгивайте. Хорошо. Если мы начнем разрушаться, то нас прижмет, и мы вместе с кораблем не сплетим. Угу. Почему я думаю, может через верхний? Может через верхний тогда? Да, давай. Правда, если все начнет разрушаться, то мне из моей рубки будет очень проблематично свалить. Стекло разобьешь и выпьешь. У тебя окно разлетится, и ты быстро вылетишь оттуда. Мерган Сеттерн Смиш. Вы у шлюза? Мы в шлюзе. Да, мы молодцы. Мы у шлепок. Хорошо. Так, надо медленнее спускаться. А, как бы... Ладно. Вся лодка выглядит так, как будто она сейчас уже сейчас начнет разваливаться, так что все хорошо. Навсегда так выглядит. А, стоп, что тут? Тут парковка есть! Да. Мы припарковались. Че это там? Нас что-то хавает. Может, стоило бы возле пушек? Да, давайте наружу. А, мы штурмуем! Портал Гардиан, серьезно? Мы отстреливаемся? Ладно, потом.
Да, пока что до ведьмы. Где он? После. Дальше добро воина. Мешает нам. Ну мы тоже. Что это? Рем, у него ремкомплект есть. Мы все, мы сели на мель. Стреляйте в шарики, они их лечат. Может среди херачить здесь? Нет, он нам разорвет нищий. Точно? Да. Ну, скорее всего, да. Хотя днище у нас и так уже не наблюдается. Он выпустил опять шарик. О, хорошо. Били. Так, по этой пушке пусто. На. Пошел перезаряжать. А, лаги. Лаги? Я пролагал. Мы подтапливаемся, но не так быстро. Я сошел. Жесть, у него здоровье. Рукопашку мою прятать запинаю. Да. Да. Они очень жесткие. Шарик. А обычная лента их как будто вообще нет. Какой-то БК. Шарик лопнули. А, их два сразу. Да, их два. Ты да. Что, их не видел раньше? Да, я только на одном. Он два шарика выпустил! Не выпустил все. Сколько у него там еще? Чуть-чуть совсем. Есть. Опять разрядилось. Есть, один ушел. Как раз. Один отступает. Крыс. Он отступает похилиться. Нам, короче, не сейчас надо. Мы припарковали. Я пойду нас заварю по-бырому, подожди. Отстреливайте его, надо пока он один остался. А я выложил, блин, сварочный. Блин, я не знаю. Я думал, мы типа пойдем сейчас это. Оно лечится, оно просто лечится. Оно вылечится, да. А, он за полем зрения. Фиг знает, где он вообще. Я-то, блин, думал, что сейчас придется вот рукопашку здесь все копать. Я поэтому где весь такой. Без брони, а тут оказывается сварочный аппарат. Там. Гадство. Я вообще не знал то, что. Я смотрю, дырка какая-то, ну я думал, ну зацепимся, ну, полежим здесь, если что. А это, оказывается, парковка. Мы могли это по-нормальному пойти. Могли. У нас тут глубина не лопнет, да? По идее нет. Но если лопнет, мы не упадем. Мы же не припарковались. Ну как, относительно припарковались. Кто это? А вон он, спереди. Гасите. А конденсаторы сдохли. Сейчас, сделаем, что можем. Подожди. Или у тебя магазин закончился, свободно. Нет, конденсаторы сдохли. Стреляй с другого, сейчас. Он уже сверху. А у нас ни одного конденсатора нет. Он меня ищет уже. И у него прекрасно получается, он прям надо мной долбит. Реактор пытаюсь завести. Давай, давай, мы вроде осушились. Да нифигища, он надо мной уже пробил стену. Да как эти в эти шарики попадать? Лента сейчас кончится. Фрум, помоги себе. Да блин, я пытаюсь чинить сейчас. Попробую как-то. Но ему будет очень сложно до меня допустить, скажем так. Прострели дыру. Просверли дырку под этот. В другом месте под арсенал. Под оружие, под управление, как бы потому что ты не пробьешься. Нечем. Он тут банально не подпустит кого. А их офигенно так разрывные коцают, кстати. Классно. Класс. Он почти сдох. Я вижу. Давай, он не может выпускать шарики, потому что их сразу разрывает разрывным фронтом. Давай, давай, додавливай. И лента кончилась. Траш портала. Добрать.
Guardians of the Galaxy, блин. Вау, ну все, давайте залатаемся и попробуем привести все в порядок. Надо вплыть в портал. А, надо? Наверное, я не знаю. Или мы на лодке пойдем в портал или... Хороший вопрос. И пешочком тоже можно. Мы к порталу как минимум подплывем. На своей машине, знаете. Все, давай чуть не быстрее. Как на тебя наложилось? Да, я за бортом, правда. Ну, давай. Главное, что сработало. Так. Я вообще не был готов к тому, что мы не будем сражаться. Да. Я про мой заваривать. Что мы с пешочком пойдем. Мышечки позаваривать я иду. Да я же это и делаю. Просто я без варочного аппарата это так. Так, фабрикатор нам уже не нужен. Скорее всего. Я буду не то, что нужно перпуч. Я пытаюсь сдержать в нормальном состоянии ракетный опыт, я понял, позволяется. Все, отлично. Все, вода начала откачиваться. Между этих. Межуровневые стены можете пока не чинить. Пусть вода эффективнее сливается в штуку. О! Уходим. Че повис на сонаре, чиню его. Фух, блин. Так. Это было что-то. Я вообще ожидал кое-чего другого. Чего, например? Гонки. Вооружений? Древними? Ты сам знаешь. Червём? Рука? Да. Ты чёрт подери, продал. Кристаллически пофигу на весь входящий урон. При виде корабля начинает крыться стрельбу. Шесть. Нет, не шесть. Один, два. Выкидывайте все, готовьтесь, блин. Я бы сыграл. Играй, куда она упала? На гитаре. А вот она. Откуда у тебя там вода еще? Ну она еще не слилась-то. Так, я за свой сварочный аппарат оставлял. Он пустой там. Почти. Я рак кухни почти в порядок привел. Давай, давай. Ладно, ребят, починимся, будем выходить, вернемся. Итак, мы вы видите кто-нибудь окно прямо перед нами? Я, да, вот сюда вот и выпрыгнем. Ну а сейчас тонем. Сейчас мы активно тонем. На прорыв! А нам надо достичь дна контента или... Да, мы сейчас достигаем дна и... И вылазим. Бам! Да, все, наружу, выбивайте окно нафиг. Она сейчас подымет нормально. Можешь отойти, пожалуйста? Могу, ну. А. Я думал, что мы пролазим. А кто ли еще разбить? Я выпал. Куда нам, Кэп? Сонар говорит то, что перед нами... Дина! Ты ее можешь колупать? Нет. Так, возможно, нужно идти по проводу. По проводу? Блин. А, глайдер. Я не могу глайдер включить, у меня эта фигня в руках. Ребята, я пожертвую собой, не переживайте. Значит, только фаст разведка, а мы... Я фонарик. Давай, я за тобой, ты с фонариком. Куда? Куда провод идет? Это, не скорее всего, да, этот провод, скорее всего, является терминалом. А, вон вот он, дальше, вон он, да. Возможно, мы должны открыть врата. Вот. А фонарик чисто символический, если честно, я свечу вниз. Я вижу, но по крайней мере хоть какой-то свет. О, вверх. А если я скажу притормози, притормози, пожалуйста, потому что, по-моему, ты быстрее, чем я движешься. Стоп, оп, нормально. Да странно. Воу. Слушайте, снизу низкий рокот, похожий на стук камня и камня. А, ты включил? Да. Меня подождете? Да. Ну, мы поплыли обратно, но мы в стенке остановимся, наверное. Это опасно. Ты все равно быстрее плаваешь? Да. Вот
потом. Я ни разу из этой пушки не стрелял, даже не знаю, сколько она заряжаться будет. Секунду три. Три? Ну, поскольку наши стены нас сейчас не ограничивают. Да, стрелять можешь во все стороны, желательно ни в кого не попасть. Я, может быть, чудом и переживу. А может и нет, кто знает. Обшивку пробивать неплохо. Ну, я как тот человек, который всегда из ядерки фигачит, да, это про меня. Так, я думаю, пора включить. Кот, что? Пипец. Но мы все умерли. Гравитация как будто меняется, если команда фокус. Мне чувство дезориентации, когда ваша подлодка окутывает слепящий свет. Подлодку! Подлодку, блин! Так, ребятки, в общем, внизу мы побывали, у нас тут разгорелась дискуссия, как правильно еще раз сплавать вниз, но пока что я предлагаю глянуть, что у нас творится наверху, поскольку у нас есть две опции на данный момент, это вверх и вниз. Возможно, инфразвуковой сигнал, это просто какая-то аномалия. Хорошо, поехали посмотрим. То есть, я так понимаю, мы здесь выбираем концовку. Не уверен. Ну, почему? Тем или иным путем игра заканчивается. Ну, как минимум, мне кажется, для концовки подошло бы какое-нибудь как вступление, ну, только заканчивающее, ну, эпилог, ну, как в начале, помните, у нас же был, ну, типа... Да, да, но здесь, я думаю... А, стоп. Что? Подождите. На верхний трейлер. Жду. На верхний. Мне предложили состыковаться. Давай. Почему бы и не? Давай, а вот это уже интересно. Это чье вообще? Непонятно. Выглядит как людское, подожди. Ладно, стыкуемся. Секунду. Что за нафиг? Вооружаемся, на всякий случай чисто. Я с ППшечкой стандартно. Такие люди. Оп. С... Люди с оружием со шлюза поднимаются, да? Опа! Тут людское! А вы видите, он этот, подзаражен как будто... Да-да-да-да-да, да. Они использовали местные технологии. О, доктор Авгран! А плющит? Плющит, да. Хорошенько. А тут повсюду артефакты эти. Да. А чё, доктор? Но знаете, вам на встречу попался неряшливый старик, заметив вас, он сильно удивился. О, что, почему вы здесь? Вы точно здесь неспроста. Вы видели конец? Да. И что? Тогда вы знаете, что нам осталось не так уж и много времени. Я и другие, кто тоже вернулся, исследовали гравитационную аномалию, то, что за ней. И хотя воспоминания нечеткие, материалов очень мало, я считаю, что мы продвинемся следом. Выяснили, что это за аномалия? Не совсем. Хотя я точно знаю, что она связана с повышением уровня радиации. Это многообразие Калаби и Ау, как огромный магнит. Искривляющие и сгибающие рационные пояса Юпитера. Зачерпывает их и проливает вам на голову. Позади ока отрицательная скалярная кривизна. Ослепительный свет, ярчайший шторм. Позади ока? Не знаю, как и почему, и что важнее, когда. Но есть люди, вроде меня и вас, которые видели это и вернулись обратно. Не только в трехмерное пространство времени, а во всех измерениях. Вы это о чем? О путешествии во времени? Если честно, я не знаю. У него дверь горит. Я знаю. Не, там что это глюки, это все глюки. Многих, кто хотя бы примерно подозревает, что здесь происходит на самом деле. И мы должны что-то сделать, чтобы спасти человечество от вымирания. Наша команда может как-то помочь? Это неизвестно. Возможно, вы найдете ответы позади ока. Возможно. Мы встретимся в следующей петле. И вы тогда будете немного мудрее. Желаю вам удачи и прошу оставить. Мне надо работать. Многомерная сетка материалов сама себе не рассчитает. Как он тут живет? Тут живет. Я был очень мудр, поэтому украл у него все ядерные стержни. Как вы к этому относитесь? Что ж, единственное, что нам предложил старик, это идти туда. В аномалию?
Единственное оправдание, почему мы сдохли, я могу внести то, что это гравитационная аномалия, как на ванпостах этих тварей, которые мы уже видели, при попадании в которых нас туда засасывает, ломает кости и сжигает. Угу. Возможно, это одно из этого, только чуть сильнее. Так что, ну, не чуть, если оно сожрало нам корабль. Оно прям не чуть, оно да, но корабль уничтожает. Возможно, полностью. Мы ничего не увидели только из-за того, что наш корабль рассосался. Корабль был под нами наш, но... Как его всосать? Если мы будем на корабле, возможно, что-то там будет. У нас... Я предлагаю... Попытайтесь... У нас прийти. Куча физикория, если хотите, то можете его использовать, типа. У нас глюки тут просто нечеловеческие. Да, это тоже такое есть. Это все из-за того, что мы с артефактами поигрались. Ну как поигрались? Ну вот, какое-то время рядом побыли. Я не знаю, как тот старик вообще живет. В том-то и дело, по-моему, мозг, у него мозг уже полностью сожжен, и там уже нечего терять. Да, он не блюет, вы заметили этот артефакт? Нет, он блюет. Нет, это слог на него блевал. А, да? Ну да, ну старик тогда полностью безмозглый, все нормально. У нас тут и пожары, и все, что хочешь. Тоже. Впрочем, наша единственная цель это... В Туду? По Дуду. Устранить опять этих тварей. Активировать. Ну мы это уже видели, но мы типа мы это уже делали. Ну, мы попробуем теперь на корабле туда втараниться. Ладно, давай, поехали. Я пока что еще жму на паузу. Посмотрим, чем это закончится. Если мы их убьем нормально и выживем, то вернемся. Шняга открылась. Так, в общем-то, мы в лодке, открылись эти ворота. О, артефакты. Сонарный маяк. Физикорий. Мне так, к вам Фром, вниз или что? Давай эту штучку, да? Mm-hmm. Возьми вот это вот. Вдруг это КПП. Где? Вот а, сверху? Сигма, их всего два. Кого? Пропуска. Возможно, это пропуск, я не знаю, это мое предположение. Mm-hmm. Как он хотя бы выглядит, может, я его найду? Круглый такой. Да. Круглая и штука с тремя вопросами. Подождите, это другой вход, мы здесь не были раньше. Тут физикори в основном валяется. Опа, я слышу кого-то. Ну-ка. Оно не пилится, да, оно не пилится. А сундук сверху смотрели? Да. Я слышу рядом что-то. А у меня вот что-то резкое нежелание оставаться тут одному, подожди. Я понимаю. Да, ну там что-то урчит, что-то гудит, подожди. Главное, его к Европу не нырнуть. Так, вот нет, вот это нет, все, это путь коп. Вот это? Да. Ну то пойдем. А, ну в смысле, поплыли? На корабль, да, и поплыли. А может мы понимаем этот? А ну-ка, вы с той, может вы с тем шариком сможете понять, что написано? Реально. Ну-ка. Опа! 7. Прислушаться. Слова не образа, а какой-то непосредственно певец рожден. Слушатели собрались. Чтимый жрец выросла из колыбели. Крепость построена. Жить защищать. Вау. Теперь мы шизоиды и можем читать. Подожди, я не могу. Подожди. Еще раз. Символы вьются словно так. У вас в голове формируются мысли, певец рожден, слушатели собрались, не подвешивается, выросла из колыбели, крепость жизнь защищает. Да. Слушай, тут есть слушать или не слушать? Ну-ка, слушать. Слушать это все, вот все, ты... Все, да, оно больше не дает. Ладно, значит, штука вроде как переводчика. Возможно, оно и как пропуск сработает. Посмотрим. А почему тогда я понимаю тоже? Ну, потому что это ну, тоже... Ну, одного видим достаточно. Да. Мы тебе надеюсь, рассказали. Надеюсь, как... Хорошо. Ну тогда я здравомыслящий, а вы у стена горит. Так, ну поехали, ребят. Стой, подожди. Почините шлюз верхний, а. Сейчас. Будьте любезны. Ничего. Хорошо. Шлюза нету, да, просто ничего. У нас это, раковая опухоль тут опять же, ну хрен с ней, ладно. Пофиг. А, да? Главное доплыть. Мы свой этот оставим Таламус. А где раковая опухоль? А, в бане этот? Поломка там? Да. Я думал, Таламус вырос. Не-не-не-не. Шлюз починим.
Ребят, я вас жду. Сейчас, последние заварки. Пипец. Ты с дробовика завариваешь? Нет, как ни удивительно. Эта дверь горит. Я знаю. Чё там? Ну, чё интересно? Поехали. Чё, готовы, ребят? Мы в эту стрелять будем или нет? Ребят, да, я могу вам предложить встать не в передней части корабля, а то вдруг вас высосет еще. Факт. Становись на обере, остановись на обере. Давай, давай. Кто знает, какая из них будет функциональна. У меня два выстрела. Может, зарядим? Тоже. А зачем? Если от одного ничего не будет, то я от второго точно. Ну почему? Большие твари с одной штуки не дохнут. Ну тогда здоровье появится. И мы зарядим. Ну пошел. Опасное давление, так нам быстрее. Вверх! Куда? Зачем? Так, нет, а зачем? Около внизу. Да? Почему он нас в прошлый раз тащил? Вот этот кабель сраный. Ну вот, сейчас перед нами будет. Сарх, попытайся не усосаться. Да, вот, нас стягивает. Выстрел! Мимо! О, уйди. Карта! Воу! Погоди, успех! Успех, мы вошли. Говорил. Мы просто вошли туда, на этот подвод. Хотя я выстрелил. А дальше куда? Фигню. Я не знаю. Сейчас узнаем. Сейчас нас отрыгнет где-то в Плутоне. Я выстрелил. Снаряд я тоже выстрелил. Правда, слага должно было бы разорвать, если бы. А вы не видели, что видел я? Я из последних сил держался за кусок двери. У меня рубки нет. Ее высыпало. Вот видите, какое-то завершение здесь да есть. Сейчас посмотрим. Надеюсь. Тащий свет угасает. Опа, чиниться. Где мы? Глаз Европы, но блин. Как же все отвратительно. А мы здесь не починимся. Мне фигово, у меня галюны. Всем фигово, у всех галюны, всем все хорошо. Мы здесь уже не починимся, по-моему. Где мы? Давай попробуем завариться, если оно не раздавит, то хорошо. Нет, нас давит. Разве? Вроде бы. Сейчас, подожди, сейчас узнаем. А где мы? Ну подожди. Ё-моё. Оки Европы. Оки доки. В четырёхмерном пространстве. Чувак, у нас не давит. Давай откачиваться. Мы лежим. Да. Кузик. Что ж, завариваемся. Автопилот же включен. Ох ты ж, вот это было сейчас красиво. Нас осветило снаружи. Так, сейчас, подождите, ребят. Мы куда-то едем на платформе? Может, тогда к бою? Блин, заварился. Ох ты. Уверен, но мы никуда не приближаемся. А, это поток. Это жесть. Это поток, да, это поток. Ё-моё. Блюны прошли, кстати. Да, практически. У нас крыши нет. Кабриолет. Жесть. Такое себе для подводки. Очень красиво. Это да. Воу. Особенно когда оно освещает. Когда освещается, реально выглядит офигенно. А звуки какие? Звуки, даже... да! Я слышу только сирену о пожаре, потому что мне, видимо, все еще плющит из артефакта. Ёлки, тут как будто призраки рядом, вот так вот, такие звуки. Да-да-да. Я услышал сейчас. Так, верхний шлюз заварен. Чинит движок. Вода начинает вытекать. Я очкую сейчас наружу выходить. Я бы тебя советовал. Я тоже скачу. Короче, здесь нет. Это даже не при. Это даже не избыточная глубина. Это нормальное место. Здесь, походу, давления нет. Здесь как раз и подумал, что здесь, скорее всего, просто нет давления. Потому что здесь даже не близко к грани этого. Мы просто нигде, скорее всего. Это не факт, что мы там, с обратной стороны портала. Я практически уверен, что око это куда-то видит. Ну, логично. Возможно, это как все же Субнаутику проходили? Нет. Да. Жаль. Ну, я не проходил, я прям просматривал бы и Гоу Зиро, и первого.
Below Zero я даже не трогал, есть. Первый я просто играл немножко. Ну, кстати, тушу. Below Zero закончилось недосказанно, очень интересно, что там дальше, но непонятно. Так, ты видел, что в Below Zero было? Да. Так, давайте без спойлеров, потому что кто-то сейчас это смотрит. Все. Так, ну мы вроде все. Но у нас балласт не работает. Трушлюз. Так, давай. Ладно, минутку. В смысле? Ну что ж, ребят, мы вот здесь. Да. Мы вот здесь. Продолжаем погружаться. Я не знаю, тут можно погрузиться еще? Да. Так как давление нас не хавает. А тут больше нечего нам делать. Да, нам только погружаться остается. Ну давай. Прямой коридор. Немножко. Только осторожнее с посадком. Посадкой на пузо. Я вообще я не собираюсь как этих стен касаться особо. Какое мудрое решение. Ох ты ж я. Кто такие, блин, ворота в гараж маленькие? Там снизу аванпост. Цели. А, это обычный фрактал. Все равно расстрелять его надо. Да. Их несколько, фрум на пушке снизу. Иду. Блин. Не стреляйте с рельса, оставьте он пост живым. Да. Я уже подумал об этом. Надо фрактальных стражей разорвать. Они у нас под этим забились. Могу сейчас отползти резко назад. Вверх. Сейчас вверх и резко назад. Сяньте на спарину. Понял. Один прилип. Он у нас в шлюзе прям головой. Один сдох. Спаренная разряжена. Несу, перезаряжаю. На нижний пункт. А, ты перезаряжаешь. Там есть этот, там есть рядом. Сверху ничего. Где он? А, он к нам в шлюз. Да, он в шлюзе. А что он сделать будет у нас воды здесь? Стыкуйся. Не могу. Да, в принципе. Чуть-чуть повыше возьмем автопилотом. Сейчас я пойду и покажу, где раки. Он под ресетрон забился. Понятно. Сейчас я, может, жопу разорву. Да, я попадаю в мажор. А, стой, можно я убью? Можно. Брат. Привет. Красавчик. Ага. Ты точно не сдохнешь? Отплывай. Радиация. А, лучшего. С радиации? Да. Я фоню. Я ему хвост. А, он уже дохлый. Заварите шлюз. Да, бегу сейчас. Я. Ай! Отдираться лучше. Ты идешь варить, что ли? Ну да, я и пойду туда, вопрос. Вроде эта штука держит радиацию. Где мой этот? А меня радиация не из-за этого, из-за жили или радиация. Из-за чего? Но у меня минус за штуку. Не, она только ожоги лютые наносит. О, тогда запомнил. Вы начинаете спать. Да, я немножко поставил на спуте. Меня фон не пробивает, если что. Ты на улице, да? Да, экзу не пробивает. Так, обычный скафандр. У нас по лодке дохнет все просто очень быстро. Судовой журнал. Подожди. Можно? Я его на корабль притащу. Давай. Еще один судовой журнал. Все по карманам, давай. Так, сонар сдох давно. Растыковаться мы сюда не можем, он затоплен, да? Да. Подожди, это ванпост именно? Ну... Он выглядит как людской? Да, это полностью людское строение. О, здесь даже медикаменты есть. Ну вообще мы можем отсюда все вынести. Да, ну такое, все вынести. Копье Ахава. Ладно, посмотрим. ПП. Мы нашли источник аварийной трансмиссии. Проверьте записи, чтобы... Ну-ка, ребят, давайте. Ну, это, скорее всего, я этот подобрал. Ну, это квестовое. А, это... Не ванпост, это корабль. Я узнаю его. Корабль? Это корабль, ну, да. Тут балласт есть. В состоянии, у него вывален ряд двигатель. Он очень плохо. Я слышу кого-то. Я мониторю снаружи ничего вроде нету. Может, к вам сейчас или хас какой-то, или что-то выйдет. Кого же ты можешь слышать?
Не-не-не, ты так не скребешься страшно. Так, выноси отсюда эти. Можешь перископ еще работает? Журналы? Да, я теперь вижу, оно блеснуло, я теперь вижу, что это корабль. На, держи. Ну, в принципе, вот это забирай, там журналы и магресс. Почему я застрял? Блин, офигеть. Нет, все нормально, я могу умереть совсем. О, вижу. Это маленький, кстати, кораблик, он раза в два меньше, чем мы. Ну, у нас корабль крупный. Да. Ну и для магнитной. Так, я, наверное, сейчас начну с самых дорогих лент. Здесь для рельсы обычные снаряды самые. Ладно, в общем, если что-то будет, еще включимся. Журнал капитана, часть первая. Обычно не записываю во всех подробностях ничем не примечательные события. Вести записи в ничуть не меняющихся условиях среди этих ледяных вод все равно, что лить за борт кипяток ведрами, в надежде их согреть. Но, к сожалению, теперь я понимаю, что пренебрегал своими обязанностями, не ведя журнал. Попробую это исправить, то, что я увидел за последние дни, обязательно нужно записать. Даже если здесь, на краю мира, некому будет это читать, вам придется потерпеть, потому что моя история будет иметь смысл, только если начать ее сначала. С раннего детства меня тянуло как у Европы. Ничего удивительного, ведь эта гравитационная аномалия привлекает множество людей и поумнее меня. Но, уверяю вас, мое впечатление к ней было гораздо глубже. По ночам мне часто снились сны, в которых я сдираю кожу с бича раптора, а оттуда на меня смотрит ужасный огненный глаз без век и неподвижно. Я просыпался за рабочим столом, смотрел на нарисованные концентрические круги и не понимал, как я это нарисовал. Чтобы утолить любопытство и избавиться от бессонницы, я записался на первый разведывательный корабль к центру. Журнал капитана, часть вторая. В своем первом рейсе я был помощник. Если точнее, то в течение недели корабельного механика сожрал паразит, и меня назначили на его место. Я месяцами осваивал ремесло, впахивал, как раб в жарком моторном отсеке, то ли от физической усталости, то ли от того, что я медленно, но верно приближался к оку. Спать я стал спокойно и без кошмаров. Это закончилось, когда однажды ночью корабль подвергся нападению и получил такие повреждения, что не мог двигаться дальше. Меня и других выживших спас другой корабль и высадил на ближайшей станции. Вскоре кошмары вернулись, и мне стало ясно, что нужно продолжить путешествие к оку. Но эта станция и так находилась на фронтире, и не у многих кораблей находились причины направляться дальше в глубину. Чтобы чем-то занять себя, ожидая, когда подвергнется случай, я работал на верфи, не шли, а подлодки к центру. Через несколько лет мучительных бессонных ночей я скопил приличную сумму денег, достаточную, чтобы купить свою подлодку. И я подумал, раз уж не подворачивается случай, я сам его организую. Журнал капитана, часть 3. Нанять команду было непросто, но жажда наживы сделала свое дело. Команда из 6 моряков на недавно переоборудованной патрульной подлодке коалиции, я стал наконец капитаном своей судьбы. Я вышел из верфи, из Сермелик. Там я в последний раз видел цивилизацию. Путешествие, как и следовало ожидать, оказалось опасным. Корабль пережил много всего и предвиденного, и непредвиденного. Враждебные существа, каких не встретишь в более цивилизованных частях Европы, опасные природные явления, подводные вулканы и флора, атакующая корабль изнутри. К тому же, не все опасности были внешними. Физическое и психологическое напряжение подействовало на многих, и некоторых из нас оказались слабее и других. Я не стану дальше распространять о препятствиях. Тот, кто найдет этот журнал, наверняка пережил то же самое. Скажу только, что после долгого пути, побитая невзгодами, подлодка со своей командой достигла ока. Как и глаз из моих кошмарных снов, оно поглотило меня целиком и утащило в огненный ад. Журнал капитана, часть 4. Известно, что око, гравитационная аномалия возле сердца Европы, такова гипотеза, изученная и научно обоснованная. Однако происхождение этой аномалии остается неизвестным. Мое мнение — это врата. Куда, я не знаю. Я стремился к оку, чтобы удовлетворить любопытство, год за годом съедавшее меня живьем. И вот я здесь и ничего не узнал. Какая ирония. Путь назад закрыт.
той аномалии, которая провела меня сюда, больше нет. Комплекс тянется до бесконечности, и стены не поддаются никакому оружию, из имеющегося у меня в распоряжении. Я отправил две группы ныряльщиков исследовать глубинные трещины, которые не пройдет подлодка, но они не вернулись. На этом заканчиваются записки журнала капитана. Остается судовой журнал. Этот гигантский комплекс раскинулся на много миль. Мы плывем уже несколько дней, а выхода все еще не видно. Колоссальные двери закрывают путь в одну сторону, провалы в другую. Капитан отправил группу обследовать один такой провал в надежде найти там хоть что-нибудь. Они еще не вернулись. Капитану наверняка не хочется повторения того, что произошло при входе, поэтому будем ждать их здесь. Надеюсь, они скоро вернутся. На этом все записки, найденные на корабле, заканчиваются. Ну, не так уж далеко от входа они отплыли, раз уж мы их так быстро нашли. Экспедиция на берег. На сонаре мы можем заметить 438 метров перед нами. Экспедиция на берег. Предположительно, это те дайверы, которых отправил капитан прошлого судна. Мы можем пойти за ними. Но это единственный вариант, который нам остается. Да, да. Продолжаем путь. Я на самом деле не увидел на этом корабле ни одного орудия. Крутили. Да, да. Но там были зарядники. Да? Интересно, ладно. Черт. Только не говорите то, что нам надо пешком плыть. Но он же сказал, что в разлом пошли, потому что корабль не протиснулся бы. А мы еще и здоровый корабль. Я чертовски не хочу туда лезть пешком. 300 метров. Ладно. А там еще нельзя без этого скафандра голубиего. Да. Не, икзу не одеваем, ребят. Хорошо. Икзу не одеваем, берем... Икза очень медленно, глубоководную и эти, глайдеры берем. Идем через верхний этот. Я беру с собой еще сонар. Стой, глайдеры у нас... Я каждый раз забываю, где они валяются. По-моему, в машинам, да? Глайдеры лежат в ящиках, которые находятся в стеллажах у шлюза. Наверху. Мы ждем тебя. Вверху? Внизу. А, точно. Ну, не знаю, ты мне только что сказал, что вверх. Да, я сам забыл это уже. Сейчас скафандр чадена. Да, у меня реально моментально ограничилось видение. В скафандре встроенный фонарик, да? Да. Так, а баллон с собой брать, если я начну задыхаться? Дыхаться. То есть ничего не случится? По идее, нет. Вы уже вышли? Сигма, почему молчишь? Вот он плавает. Но он молчит. А. И плавает. Фон. Я не хотел нас перебивать. Тебя перебивать. То есть я когда сказал то, что я здесь закончил, вынес все боеприпасы. Не было слышно. А где я слаг? Вот он. Я здесь. А вот. Пыли. Так, сейчас, секунду, сонар. Ну, по прямой. Ну, направо. Да, да. Поплыли. По идее, разлом прямо перед носом корабля. Mm-hmm. Я думаю, не ошибемся. Чуть выше, что ли? Вот он. Не? Нет, вот он. Вот он, да. Выше, да? Да. Ну, указатели на этих местных указывают выше. Я засекаю здесь. Опа! Вот прямой вход. Ну, я просто по указателю пошел. Нет, давайте по прямой. Давай. Так, а где ты? Подожди. Ну, у тебя же сана. Да, нам по прямой надо. Ага, все. Ой, это что, скамейка инопланетная? Вообще местная скамейка. Инопланетная, местная, да. Древняя. Это выглядит немножко жутко. Это охренеть, как жутко выглядит.
вниз. Разбиты. Они уже разбиты, не? Да, видимо, прошлые. Да, блин, я на угол намотался. Опа. А, провода. Куда? Давайте посмотрим. Где экспедиция? По прямой. Сценарный. Ящичек. Ух ты! Судовой журнал! Есть! Читай! Нашли. Это не стена. Это дверь. Стой возле нее. Я точно слышу, что там за ней это. Похоже на гудение электричества. Пульт управления этим огромным дверями находится в большом зале. Похоже, это единственный путь вперед. На сценарии какая-то тень. У нас есть только один путь. Навстречу неведомому. Ну тут есть одна дверь, но я не знаю, где кнопочка, чтобы ее открыть. Это, погоди, это разве не провод? По проводу я нашел только ящик. С артефактом. Ладно. Я, может, плохо осмотрелся. Вернемся, когда разберемся. Да, хорошо. Че? Так, есть варик, что дверь сейчас откроется. Сигма. Посмотрим. А, против лома нет приема. Ячейка для артефакта. Ну, у меня только вот такой. А, ну тут, наверное, в сундук. Опа, тут нет. А ему подошло, по-моему, что-то засветилось. Он съел артефакт. Дверь все еще закрыта. А, нет, он его не захотел есть. Он у меня остался в кармане. Положи туда энергоблок. Попробуй. Да ёперный театр. Только он использует большие артефакты. Которые, от которых нас штырит обычно. Да. А откуда мы его достать должны? Ну, по идее, сразу. Хорошо, привезти. Нет. Я же здесь нашел артефакт для открытия, значит, продумана эта тема. Значит, мы где-то тут можем достать его. Только где? Ищем вход какой-нибудь цивилизованный. А вот этот ящик сверху, вот ничего нету? Там я стырил уже. Наверное, стоп. Получается. Видимо, да, пока что. Ладно, ребятки, вроде как есть некий проход, куда можно как-то неко заплыть. Сейчас... Там лабиринт целый. Да, там лабиринт. Сейчас посмотрим вообще, куда мы отчаливаем. Как-то все происходит. Вон тут кораблик. Ну, у нас цель на сценарии, переключитесь, и цель скачет постоянно. На этот... К метраж скачет. Можно ли доверять тому, что там? Какие вообще доказательства? Я бы не доверял, даже. Ну вот я вот сюда пешком, можно сказать, полз. Офигеть. Осторожнее. Вот спереди. Ох ты ж, ёпперес. Воу. Отступаю. А, фрактально всё лучше. Всё равно неприятно стрел. Это они босс, типа, если чё. Я передний последний не достаю. Остался. Последний? Посмотри на хпшку. Ну, у них не общая. У них общая? Неа. Не? Двоих я минусанул. Вот видишь, я по нему настреливаю, и он тихонько дохнул. Вижу. Его, кстати, наверх тянуло. Вот он. На заднюю. Да, лови его. А, 300 метров до переключателя какого-то. Довешь? Сможешь? Все, смогли. Да. 270, 250. 200 метров. Ничего не наблюдаю. Пока что ничего, да. 150. Переключай. Я вам собрал, я не здесь. Я явно так наблюдаю. Ладно, переключайте. Что это? Что это? Нас что-то просканило снизу. Червь! Пипец. Точно червь! Ребят, я пошел завариваться. Давай. Ах ты ж тварь! Увернулся. А у меня нету, нечем. Вы черта. Ой, ему понравилось. Да очень. Где все? Я не помню ни одного сварщина. Правда. Блин, ему в лицо стрелять надо, ладно. Я так понимаю, мы прокрывались, да? Нет, мы тонем. Мы сейчас через придавим к полу.
Офигеть. А, я его зуб видел только что. Трум, осторожнее с выстрелами. Все, у меня пусто, я пошел завариваться. Ну и ты ему почти все щитки раздолбил. Так ну, что сейчас он будет коцаться из обычных магнитов. Стой, стой, это плохо, то что он будет по нам сверху бить. У нас оружие тут, а он будет прям в нас целиться всегда. Верхняя заряжена, верхняя заряжена. Верхняя заряжена, нижняя разряжена в ноль. Я сейчас попробую принести хотя бы пару патронов на нижнюю. А она не может стрелять, мы на днище лежим. Полная туда бесполезно. У нас еще и мини что-то излучение. Но это он, это он. Это он может так. Это он. Я видел, как он фиолетовый какой-то херни по нам гасит. Стабильно так делает. Уходит выше, заряди, пожалуйста, самый крайний пушку. Да, куда он делся? Там не вот только самое крайнее, сейчас. Выстрел! Мимо, блин. Ты в чуде хвост бы задел. Так, выкинь ты этот сраный что ящик. Что? Это ты или... Снизу же! Чемрок играет на МЖ. Чемрок опять играет на выпуск. Бух! Балласт полностью заваривать надо. Я не понимаю, где он. Отсюда, а смотрите, у него хпшка исчезла. Он ушел от нас? Я не знаю. Да случится ремонт! Ладно. Заметьте, здесь не так сильно затапливает, значит давление не особо большое. У меня резко... Кто? Меня глючит? Тебя глючит? Ну, вода появляется еще, да? Не-не-не, вода есть стабильно. Потому что я шлю за это пару брошу. А тут знание? Ну да, там червь плавал. Ну ладно. Балласт целый, оказывается. Моторного нету. А нет, не моторный третий. Там, блин, чини. О, соседний балласт заплыл. Через стену. Отсутствующий. О, нет. Оно, это Анорчик? Да. Грустно. Так, ну если он подлодку не поднимет, то по идее он сначала до меня не достанет, и я смогу убить. Куда-нибудь туда, где потолок потолще. Он плюется в нас. Да, он плюется фиолетовый. Он плюется, он почти попал в меня. На пушке! На пушке! Черт подери! Нет! Смысла чиниться нет. Хотя бы насосы отремонтировать. Мы не сплывем. Но все-таки нужно поддерживать целостность, а то если он заплывет сюда, то он будет печать. Куда? Куда он нас? Пошел вон. Я пойду в реакторный попробую. Не доваривай стену, пожалуйста, я между средним и... пушечный. Это гадина в основном за экраном тусит, я не знаю, куда стрелять. Да, чтоб тебя. Прилетает очень точно. Мне кажется, после этой серии про Траумусов он должен пойти проходить про него дольцы. Вообще московский пель, да? Я не понимаю, куда он. Стоит мне пересесть с одной пушки на другую, он сразу же прилетает и таранит нас. Дитенька. Мы на него походим. На месте ты. О, нет! Ой, хорошо. Ёх ты ж. Выстрел! Выстрел! Бам! Попадание просто, попадание не пробило. Тихо.
Готовлю еще один выстрел. Бам! Ёж ты моё. Вылезти из моторного отсека, пожалуйста. Не-а. Нет. Это наши... Ой, я... Фрум, подлечи меня быстро, пожалуйста. Не-не-не-не, сейчас. Фрум, пожалуйста. Да, чтоб тебя... Ха-ха-ха, на. У тебя же есть что-то... О, хорошо, хорошо. Бинты хорошо. Пошли. Давай, 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 пожалуйста. Я прекращаю. Больше нечего. Потому что я забатонился. Но тебя регенит. А пусть Сигма встанет с пушек, принесет мне крови или типа того. У меня есть кровь, я не могу влить ее, я не знаю почему. Ты где валяешься? Открой мой инвентарь на, ну, хил инвентаре на H и засунь мне там на лоб кровь вот так вот потыкни там куда-нибудь. Ку. Как ты, бро? Ужасно. В меня какой-то красный луч прилетел, ага. Когда я выглянул. Пикнулся. Пей кровь. Ну ты прям обожжённый, я тебе скажу так. Можешь мне клеем помазать? Ну он у меня с собой. У тебя есть с собой клей этот? Да. В этом в сумке. Сейчас мажу клеем. Ой, хорошо, все, все. Давай, дальше сам сможешь? Да. Вылезти, пожалуйста, из этого отделения. Стреляй, да, пока мы его, понял, приманиваем в это отделение. Тут он нас, по крайней мере, не убьет, если мы к потолку не будем подплывать. Да просто я вас убью здесь. Ладно. Баум прилетел, Тром. Лучше и прилетел. Выстрел. Попадание. Он мертв. Есть. Нет. 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 Нет, он регенец. Дай рельсу. Черт. Ты увидел этот прострел? Да, я видел. Вот он тебе попал, да? Да. Он бас целится прямо. Спасибо. А ему, походу, нет смысла подплывать ближе, пока вы там тусите. Тюй пытается не смогет выглянуть из реактора. Но я ушел. Я не кину реактор. Ну ты не кидала, конечно. Ай, меня смыло. Потоки. Он опять отошел от нас. У тебя последний выстрел? Сколько он сейчас с этим? Да. Я принесу еще один. О, еще один есть. Да-да-да. Подождите, на наших руках будет смерть огромного червя? Ну, посмотрим. Бам! Да, все, убил. Все? Где он? Слег? Он все. В жопе. Он на жопе, да, корабля? Да, я здесь стену пробил. Да, он за жопой корабля. Все, завариваемся, червь рока сдох. Я, а как мы теперь рок будем слушать? Ну, еще есть очень много чего рока. Там палач, например. Ладно. Ой, какая у него жопа красивая. Что в нем есть? Ну что ж, ребят, мы вроде как движемся. Я очень надеюсь к тому, что будет финальной частью этой игры. О, пешком. Тут немножко совсем. Не, ну, ладно. Я, кстати, червя рока лутал, и я без этого. А, точно, тут же теперь удобно ходить можно. Ребят, показываю вам фокус. Я хочу кое-что проверить, я не знаю. Вижу, куда я глайдер делал? Блин, глайдер. А, не, у меня с собой нормально. Нормально, ребят, тут можно без этого. Без чего? Куфанка. Фигали. Нам наверх туда, что ли? Чёперный театр. Да, да, нет, я один туда не хочу идти, ну его нафиг. Ну я один уже пришел сюда. Ну чё это? Вот поэтому... А, ладно. Ёперный театр. Какого же? Не лезь! Она тебя сожрёт. Сверху... А, ну выключено. Хочешь мем, я могу его рубить сейчас. Не надо. Весело будет. Вау. Какого чёрта? Где что? Сигнал? Ай. Здесь на круглой табличке вырежены символы. Вырежены? Смотрите, это грязевой раб, возможно. Не знаю, может быть, когда-то он им был. Я предлагаю перед уходом включить эту штуку. Зачем? Ну, как бы... Чтобы в следующем путешествии никому в жизни Марина не казалась. Ну, а что она делает в выключенном состоянии, включенном? Мы вообще без понятия, что это, или я тупой? Это гравитационная шняга. В выключенном состоянии она тебя притягивает и кости ломает. А, это? Я понял.
А, я не могу их прочитать, я это что? Вы слышите, так, гигантский рокот нас ищет? Открыли. Надо было его включить все-таки. Опа! Кто это? На круглой табличке видны странные символы. Стой, тут... А, ты его просто нашел? Генетический это... материал, неидентифицированный. Пофиг, это нормально, это ошметки чьи-то. Ну я понимаю, да. Это повсеместно можно ходить. У нас таких валяется, просто... Надпись «Выйти» вопрос. Прислушаться. Жизнь вырастает под льдом, сознательные формы, знания копятся, цивилизация Подождите, развивается. Подождите, а все на борту? Ожидает... На каком борту? Мы в руинах, блин. Никто не приплыл обратно еще. Извиняюсь. Я тут надписи читаю. Ну да, мы поехали исследовать. Я думал быстрее закончить хотим. Ну типа да, но мы же не знали, что оно надо и как и когда. Ну, привет. Ага. Такси приехало. Выходите. Таксидермист. Стой, я на улице остался. Я заметил. Я думал, ты завтра выйду, тебе по башке бьет этой штукой и все. Вот. Повреждение устро не хватит. Ну, удобно же стало, блин, черт побери. А я не смотрю. В следующей подлодке я буду учитывать все мнения ваши. Так, не подключать... Так, без баганной воды. Не подключать все через один щиток. Поехали, подожди. Потом следующую лодку обсудим в следующем прохождении, коль таково будет. Давай пока что поехали. Что теперь от нас требуется? Сортуем обратно. Зачем? Лабиринт. Ну. Мы открыли дверь. Для чего, что? Сколько Вопрос еще один. Будет Какую чекпоинтов? Именно мы дверь открыли? Ну там вон выйти написано. Ё-ма. Пипец. Я рекводила. Балласт пацана, пошёл чинить. Балласт потих, Ярик. Да, открылась, к сожалению, не та дверь. А какая должна была? Подожди. Другая открылась дверь. Но не к экспедиции, короче. Ну не знаю, как по мне это перебор, но это прям перебор, это прям перебор. Двери нельзя. Нет. О, двери нет. Уйдем. Парта? Переход. Входим? Да. Да. Ой, извините. Ай. Просто стена. Выполнено. Топор, может, мы сломать должны? Ладно, здесь все выглядит, опоры, возможно, вроде как это? Что-то немножечко по-другому MR... посмотрим. Корабль! Корабль? Это не тот же? Тормози! Нет. И не Каспийский. О, нет! Не Сомалийский. Русский пират. Так. Тоже небольшой, тут тоже сейчас будет 35 записок дневников. О нет, опять читать. Так, ребят, давайте, знаете что, на этот раз мы точно серию заканчиваем. Уже встретимся в следующей, только что было сохранение. А там уже дальше увидимся. Спасибо, что были с нами, всем удачи. Добра, бобра, всем ладушек, всем покеда. Адио. Блю.